Здравствуйте, друзья! Это небольшой видео-анонс масштабных моделей, видео-обзоры на которые вы увидите в самое ближайшее время на моем канале. И у меня много зрителей спрашивали, будут ли видео-обзоры на полуприцепы от Автоистории. Да, ребят, я заказал все полуприцепы, которые выпускал данный производитель и которые заявлены к продаже. Я также приобрел полуприцеп панелевоз NAMI 790, также полуприцеп бензовоз TZ22, одноосные полуприцепы и те полуприцепы, которые будут в продаже. Также сейчас я получил три полуприцепа марки MAS. Еще я получил автобус PAS-3205 от производителя Start Scale Models, две сборные модели от автомобиля в деталях и масштабную модель ГАЗ-3102 саратовского производства. И давайте рассмотрим каждую из этих масштабных моделей. И первая масштабная модель – это модель Волги ГАЗ-3102 в милицейском варианте, и это околозавод. Так как Агат уже давно ничего не производит, то одна саратовская компания выкупила всю оснастку и производит масштабные модели из остатков комплектующих, которые выпускались на Агате. Модель обошлась мне 850 рублей. Такая модель предлагается также в обычных гражданских вариантах, но вот я приобрел модель в милицейском варианте. Сделаю на нее более детальный видеообзор, мы ее посмотрим поближе и сравним ее с агатовской масштабной моделью Волги, которая есть в моей коллекции. Вторая масштабная модель – это модель автобуса PAS-3205 от производителя Start Scale Models. И на этой масштабной модели я заменил диски и резину на харьковскую, потому что оригинальная резина поплавила колесные диски. Фотографию этого автобуса я уже выкладывал в своей группе ВКонтакте. Кто подписан, тот его уже видел. В целом, автобус мне понравился. Он довольно тяжелый, довольно хорошо выполнен. И когда я буду делать более детальный видеообзор, я расскажу, как я устанавливал харьковские диски и харьковскую резину, потому что просто так она не устанавливается. Но модель стоит своих денег. И также выполнена на довольно хорошем уровне. И давайте рассмотрим сами полуприцепы. Первый полуприцеп – это полуприцеп МАЗ-950620, самосвальный полуприцеп. И также такой полуприцеп выходил в сцепке с МАЗом-6422 под брендом Start Scale Models. Единственная разница была в цвете. Там полуприцеп был желтого цвета, здесь синего цвета. Для себя я не вижу разницы покупать более дорогой аналог, тем более различий в них нету. Абсолютно идентичные полуприцепы. И за свою цену Автоистория очень приемлема. И давайте посмотрим, что изображено на задней стороне коробки. Такой полуприцеп ко мне уже едет. Этот полуприцеп я сегодня заказал. Эти два полуприцепа у меня уже есть. Когда выйдет эта сцепка, я тоже ее постараюсь приобрести. Очень интересные полуприцепы, и они дополнят коллекцию ваших сидельных тягачей. Потому что многие коллекционеры сначала накупили сидельные тягачи, а потом к ним нечего было зацеплять. Второй полуприцеп – это полуприцеп-контейнеровоз МАЗ-903-8920. Тоже очень интересная, скажем так, масштабная модель. Контейнеры Evergreen, видите. Также у производителя автомобиль в деталях есть контейнеры Morflot, контейнеры в обычном коричневом цвете. И под брендом Start Scale Models такой контейнеровоз выходил с контейнерами серого цвета. Вот мне понравились контейнеры зеленого цвета. На задней стороне коробки изображены другие полуприцепы. Этот полуприцеп я только что вам показывал. Эти полуприцепы идентичны тем, которые изображены на коробке от самосвального полуприцепа. Тоже довольно интересный полуприцеп, контейнеры съемные. И, в принципе, за свою цену это очень хорошая масштабная модель. И не успев поступить в продажу, все эти полуприцепы сразу же исчезли. И многим, к сожалению, они не достались. И последний полуприцеп, который я хочу вам показать, это уже современный трехосный полуприцеп МАЗ-9758. Очень красивый полуприцеп, он очень легкий, потому что тент и сама платформа выполнена из пластика, но тем не менее он имеет очень хорошую детализацию. Видите, окрашен в такой интересный цвет. Давайте посмотрим, что находится на задней стороне коробки. Опять же, все те полуприцепы, которые мы уже видели на других коробках. И есть сцепка с МАЗом-5432. В принципе, эта сцепка уже выходила с полуприцепом МАЗ-93971. И там две отдельные модели. МАЗ с кабиной красного цвета и обычный полуприцеп, который вы могли купить отдельно. Я не стал покупать эту сцепку, потому что МАЗ у меня уже есть с кабиной красного цвета. Вот такие замечательные полуприцепы, которые я приобрел. Сделаю на них видеообзоры, покажу вам, как они смотрятся с различными сидельными тягачами.
И последние две масштабные модели, которые я хочу вам сегодня показать, это сборные модели от автомобиля в деталях. Первая масштабная модель – это модель AC40 на базе 131 ЗИЛа. Очень интересная коробка, видите, здесь изображен Арнольд Шварценеггер. Сборная модель, собирать пока что я ее не буду, но сделаю видеообзор, где мы посмотрим, из чего состоит данный набор. И на задней стороне коробки есть анонсы. Эту масштабную модель я закажу, эту тоже закажу, эту тоже закажу. Такую масштабную модель я уже купил от Start Scale Models. Эту масштабную модель я закажу, эта масштабная модель у меня уже куплена. Сейчас я вам покажу эту коробку. Вот такой вот замечательный набор. И второй набор — это набор трактора Кировец К701. Видите, Майкл Джексон ремонтирует данный трактор. Тоже очень интересный набор, и вообще мне очень нравится дизайн у коробок. Вот автомобиль в деталях. В принципе, очень хороший дизайн, очень интересные коробки, и некоторые модели я буду покупать только из-за того, что у них очень интересное оформление. Потому что, в принципе, иллюстратор подошел, скажем так, с юмором, с иронией, и очень интересные коробочки нам предлагают. Здесь показаны также будущие анонсы. Эту бочку я закажу, эту бочку я закажу. Опять же, эти я уже модели вам показывал. Вот такие замечательные модели. Видеообзоры на них я постараюсь сделать в самое ближайшее время. Также я получил масштабные модели от NEO. Их, скорее всего, я показывать не буду, потому что на более дорогие модели нету особого интереса. Я покажу фотографии в группе ВКонтакте. И также я получил 14 китайских моделях, о которых я говорил несколько месяцев назад. Еще осталось заказать 10 китайских моделей, и тоже постараюсь на них сделать видеообзоры. Спасибо за внимание. Это был небольшой видеоанонс масштабных моделей, которые я получил. И увидимся в следующих видео. Всем пока!